Такие сильные ноги, такой сильный парень. Ну а на бревне сейчас следующая участница. Это Алена Сосновцева, москвичка. Ну, москвичка должна особая ответственность на ней, потому что в основном зритель-то московский. Соревнования проходят дома, а дома и стены помогают. А с другой стороны, и дрожать всегда, больше не можно. Всегда. Видите, какие хорошенькие девчоночки. И симпатичные, и такие уже манерные. Уже вот не какая-то такая вот дева-скромница, а она прям уже умеет повоображать. После того, как вот какую-нибудь гадость такую трудную надо же сделать ее. Вот сосредоточиться лучше надо, чтобы не потерять. Стоять. Так, быстренько поправила себя, привела в чувство на этом бревне. Стоять. Боже, сколько сейчас за нее болеет, а? Начиная с тренера, бабушки, мамы, папы. И здесь поклонники, сидящие в зале. А сама себе на уме. Это все для нее мало. Ей надо быть в составе сборной команды. И не меньше. Стоять, лапочка. Молодец. Вот представительница московской гимнастики. Как приятно видеть, что у нас есть и в Москве прекрасные резервы. Ну что ж, мы видели гимнасток на бревне, пока очень они неплохо выступали, а ведь впереди еще четверка лидеров нашей сегодняшней гимнастики. Это Елена Замолочикова, Юлия